доброго FPS вам, дорогие зрители, с вами Игорь Диамурф, и мы продолжаем проходить Dark Souls, видимо, это уже финал, потому что весь мир Dark Souls, который находится наверху, собственно, мы обошли и победили буквально почти всех боссов. Тут же у нас, я так понял, уже идет такой тупик, видите, такая алчность своего рода, что ли. Рыцари такие ходят. Прозрачные, видимо, их не души. И, собственно, локация очень такая гарнила первого пламени. Ух ты. То есть это, видимо, локация, в которой когда-то было первое пламя. Но теперь его нету. Впереди у нас какие-то рыцари, видимо, не серебряные. Очень медленные вы, ребята. Опа. Так, можно также спарировать, я думаю. Так что давайте... Так, меч у нас. Ага, меч у нас такой. Блин, я думал, у меня меч этот. Волка Сифа. Ладно. Видимо, вскоре последний босс. Ух ты, как он прыгает, гляньте. Ну что, нанесешь ты мне урон как-то или нет? Они даже не умеют парировать, это ихняя слабость. То есть, видите, как легко. Честно говоря, я немного их побаивался. Так, я просто проверил кольца. Все на месте. Так, вот там я умер, я тут немного проходил. Но далеко не прошел, так как меня рыцарь просто так скинул. Гад такой. Так какой там у меня уровень? 115. То есть, видите, 115 уровень, и он непроходимо. Хотя некоторые игроки проходят, не прокачиваясь. Вообще конкретно вот. То есть прокачка еще раз доказывает, что прокачка в игре особо не играет роли. Играет роль твой скилл и твои вещи. То есть некоторые игроки просто не знают, что можно делать боссовские вещи. Я не знал, так и я, когда я начинал играть. Сделал только боссовскую вещь на каком-то уровне-то. В общем, на серии 40-й где-то, честно говоря. И мне очень стыдно. Сделал бы я раньше, я бы уже игру бы быстрее прошел и... Вот, и... Намного бы быстрее прошел. А так чуть ли не 90-я серия и не могу никак закончить игру. Так, тут у нас что находится-то? Так, главное тут не скатиться. Шлем черного рыцаря, доспехи черного рыцаря. А у нас серебряного рыцаря, да, вроде были доспехи, насколько я знаю. Черный рыцарь. Ну, почти одинаково, да. Только весит они больше, конечно. Кожаный доспех, мать. Ой, сколько у меня тут вещей, ужас. Куртка медиумов The Best. А вообще, The Best доспехи Арториса, ну, так как я не прокачал их, у меня нету. Того чувака, так, доспех. Не, что они тяжеловаты, знаете. Десятка, это почти доспехи Хавала, можно сказать. Так. Плохо, что я человечность не использовал. Может быть, тут фантом был бы.
Он бы тут по-любому какой-нибудь был фантом. Че, идем сюда. Да как-то пусто. По одному рыцарю пораставлено вообще. Подали бы они сразу. Так, че у него там топор? Ух ты. Размашистый. Показал мастерство. Так, обломок титанита. Синего вроде. Или белого. Так, у этого копье. Ой-о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 й. У кого лучше реакция? Алебарда. Алебарда, а не копье. Черт. Сколько играю игру и не могу отличить алебарду от копья. Так, ну что, идем. Я не знаю, босс там нет. Пойди, да. Так, ну, сам, сам спросил, сам ответил. Ладно, пошлите. Гвин. Повелитель пепла. Так, чувак. Ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Так, парировать его можно? Мне кажется, да. Все, пойди. Но парировать пипец как. Реакция должна быть у тебя. Так, ну, в общем, что-то не получается мне его убить с помощью таким способом, да. Давайте большой щит возьмем-то. Наверное, меч тоже большой. Потому что что-то мне не получается его так убить парированием. Так, надо бэкстепчики, может, ему поделать. Привет. Ух ты ж, какой дерзкий, да. Давай мы тебя бэкстеп замутим, давай. А чё нельзя ему замутить бэкстеп, Какого? Да, нельзя. Вот, блин. Тварь. Гад. Снова. Ой, вот эта атака у него best of the best. Окей. В общем, пытаемся опять пройти босса парированием. Потому что это вариант. Блин, требует мастерства, боже. Надо, короче, его обойти. Бэкстепом нельзя сделать, это плохо. Делаю, пытаюсь, а нифига не получается. Ой, блин. Парировать хотел, но не расхотел, блин. Окей. А, видите, что он делает, тварь? Опа! Лечимся. Ай. Ай, блин, да какого ты атакуешь, чувак? Так, окей. Ну, тварь. Тварь.
Ага, ага, ага. Что-то он делал, блин. Хопа! Ну чё, теперь ты не такой крутой, да? Угу. Давай. Ой-ой-ой, попался. Дикий, блин, резкий, блядь, как куря, дерзкий, короче. Опа! Фу, я думал, меня уже за, на захват хотел взять. Ой, бля, ой, 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 ой. Ну, давай, 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 чувак, 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 чё ты меня боишься, а? На! Тваря! Тварь! Блин, ну нельзя бэкстепом сделать, твою ж ты. Ух ты, блин, ты чё? Ай, дурачок. Блин, да что ж такое? Это ж он... Блин, захват. Я перепутал захват с мечом. С ударом, блин. Ой-ой-ой. На! На пенёк, говорю. Так, блин, я думал, он 4 хита будет делать. Вот, фига, да? Непредсказуемый. Ой-ой-ой. Блин, хотел бэкстепчики сделать. Ой, бэкстеп парирование. Бэкстеп парирование. Бэкстепом не сделаешь. Ой, ну что ты, гаденыш, ай-яй-яй, вздумал делать. Ой, блин, это еще больше у меня дамаг нанесло. Так, тут еще супер за скалы, прячемся, прячемся, нет, не прячемся. Ну, хотели, хотели спрятаться. Да шо ж ты? Я ему хочу закончить это все красиво, сделать ему бэкстеп. Он мне, гад, не дает делать. Видно, разозлился сильно. На! Есть! Это последний босс. Ух. Что, это все? Ух, вот это да.
Вот и все, игра закончилась. Очень неплохая игра, мне понравилась, и если выйдет Dark Souls 2, я его обязательно пройду. Всем спасибо за внимание, кто спектрил за тем, что я проходил игру. Всем спасибо, игра мне очень понравилась. Жду второй части. Всем удачного дня. Пока-пока-пока.